Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Greedy Cave. То есть сбежать из подземелья, я так понимаю. Так, введите имя. Умница Джордж, Тропыга Марви, Коротышка Том. Вот, давайте Коротышка Том. Так, мы с вами выберем мужской пол, скин. О, прикольно, не-не-не. Давай вот так вот выберем, предположим. Оу. Вот так, далее у нас более такой, да? Вот мне вот эти вот больше глаза нравятся. И губы, ну, такая ехидная ухмылочка у нас. Ну что же, начать? А в плане, Коротышка Том уже есть, так зачем? Ну, давай хитрюга Вилли. Есть. Блин, да вы... Ну, талант Дэйв. Надеюсь, такого... Слушай, это... обаяшка Корте. Хм, хорошо, давайте, ребята, я свое что-нибудь введу, иначе мы так будем до посинения тут с вами выбирать. Винрей я себя назвал, и такое имя было свободным. Замечательно. Ну что ж, давайте смотреть. Игра на русском языке — это уже плюс. Все понимают, что колдуны и Баристана позволили стольким людям войти во врата времени, лишь чтобы получить больше данных для исследований. Но какая разница, если за вратами ждут сокровища и слава? Началась новая золотая лихорадка. Искатели приключений устремились в страну магов. Кто-то из них нашел, что искал. Но многие не вернулись обратно. Одно несомненно, врата времени справедливы. Какая судьба ждет тебя, Винрей? Ответ может скрываться за этими дверями. Загадочный торговец привел тебя в забытый грот за сокровищами. Но теперь он исчез. Двигайся, используй джойстик или нажимай на землю. После долгого нажатия на экран в любом месте осторожно сдвинь в сторону, чтобы отпустить джойстик. После этого он исчезнет. Угу. Вот так, ребят, мы с вами передвигаемся. В пещере есть груды камней, кувшины и ящики. Ищите в них предметы и снаряжение. Я понял. А что это такое у нас тут? Крысень. Проклятая мышь загородила проход. Ага, вот, ребят, вот так вот мы с вами справляемся с крыснем. Да, мы его так долго будем с вами бомбить. Получено снаряжение, его можно посмотреть в рюкзаке. Я намек понял, давай посмотрим. Нажми на значок снаряжения для просмотра подробностей. Перетащи снаряжение на свое тело, чтобы надеть. Ага. Из пещеры можно вынести только золотое снаряжение. Остальное надо использовать внутри. Вот так даже. Ладно, в данный момент у меня, по ходу дела, ребята, в руках какой-то деревянный огромный меч. А вот это золото я что, не подобрал, что ли? Да нет, вроде как подобрал. Ладно, давайте... Ох, вот это уже я понял, вот это урон. Вот это другое дело совсем, а то бомбил там еле-еле, ну правильно, в рукопашку. Бум, смотри. Бум, два удара, ребята, и крысень просто отдыхает. Карта. Есть карта у нас, оказывается, здесь. А что это такое у нас? Сейчас новых событий 9. Фу ты нафиг, это что? Меня напугало, тут, ребят, летит что-то за кадром. То есть у нас карта где-то непонятно где находится вообще наше место. В какой-то пространственной временной яме, я фиг знает. Крысень, главное, тут стоит, который сейчас отдуплится. И мы с вами... Тут есть лифт вниз, похоже, других вариантов нет. Я так и понял. Если не знаешь, куда идти, щелкни по мини-карте. И что, ну, мини-карта мне так прям и рассказала, куда мне, Рэйчик, нужно двигаться. Ничегошеньки она мне не рассказывает, ребят, как мне закрыть карту, все. Давайте спускаться. Так, идем ниже, в случае смерти ты потеряешь все трофеи и прогресс за вылазку. Здесь можно забрать предметы не ниже золота. Ради бога, ради бога. Я, в принципе, на это и рассчитываю. Смотрите, там, ребят, сундук какой-то лежит. Крысень, здорово, бумс. Так, ну, здоровья у нас пока, ребят, хватает. Получено редкое синее снаряжение. Ну, почти. Золотое можно вынести из пещеры. Секунду. Нас учили с вами что? Сразу надевать. Физическая защита 8, магическая защита 10. Атака огня 3 и МП 5%. Хорошо, как одеть? Вот так вот. Замечательно, ребят. У нас колечко. Ну, одежды нет пока никакой. Мы с вами просто-напросто с мечом и голозадые. Слушайте, а деньги, если мы с вами собираем, значит, они для чего-то нам нужны. Ох, смотри, смотри-ка, кто-то здесь стоит.
Зеленый герб восстановит ХП. Здесь есть и другие цвета с другими функциями, говорит нам вот этот вот чувачок. Подожди. Тебя останавливает некто в капюшоне. Это сбежавший торговец, похоже, хочет поговорить. Неплохо тебе удалось добраться сюда. Ты больше не новичок. Тебе попадались золотые вещи? В кувшине впереди есть свиток побега. С ним можно вернуться в Баристан. Так, в Баристан. Это, я так понимаю, ребята, какой-то намек. То есть мне надо огнемышь. Попробую, ребята. Я должен справиться с этой огнемышью. Ой-ой-ой. Но я победил. Так, а это что такое? Да-да, вот это. В кувшине есть свиток побега. С ним можно вернуться в город. Свитки побега очень важны. Ведь если ты погибнешь в пещере, то потеряешь все находки. Без свитка побега можно вернуться в город через рюкзак на стройке, но с пустыми руками. Ладно, скорее возвращайся в город с помощью свитка побега. Ну, хорошо, раз они меня просят применить, конечно же, ребята, я буду делать это. Так, ну что, начало вроде неплохое. Теперь ты все умеешь, в следующий раз отправишься в забытый грот в одиночку. Мне надо возвращаться в лавку, на доске объявлений есть задание с совета гор, взгляни. А будут проблемы, приходи, у меня есть полезные штучки, хе-хе, по хорошей цене. Торговец уходит непонятно зачем, он столько возится с новичками, по доброте? Хо-хо-хо, доносится странный звук. Перед нами вход в пещеру, полную сокровищ. Ступайте внутрь, искатели приключений. Статуя УВВ начинает говорить. Должно быть, это какое-то колдовство. Эти типы те еще злодеи. О, ребята, смотрите-ка. Что тут у нас? Хижина тетушки Ани всегда открыта для тебя. И я знаю толк в хорошей еде и прекрасных прическах. Хе-хе, это нам говорит бабуля. Ладно. Похоже, на этой доске объявления публикуют поручение. Надо посмотреть. О, ребята, а тут она онлайновая, что ли? Это же реальные игроки. Звездочет насрать. Эй, блин, прикольно. Слушай, прикольно. Я думал, что она такая, знаете, ну я один тут буду ходить. Нифига подобного. Пришло письмо от меня. От меня? Магия? Так, подожди, кто это? Что это у нас госпожа делает? Пещера, ведущая в недра земли, светится голубым светом. Где-то рядом находятся врата времени. Ага. Мастер трансформации портниха Марии поможет тебе изменить внешний облик, не меняя атрибутов снаряжения. Ты можешь трансформировать надетое на персонажа снаряжение. Да я не хочу ничего. Это... Нажми здесь, чтобы увидеть части облика. Отметьте галочкой те части, которые вы хотите изменить. Никудышный вид. Нажми здесь, чтобы потратить часть кристаллов и выполнить трансформацию. Трансформация не выбрана. Никудышный вид. Костюм предков. Да, а если я не хочу? О, ого. Кистень, звериный... Ого-го-го. Пока нету, главное, написано. Никудышный вид, никудышный вид. Ладно, я, ребят, ну не хочу, не хочу. Можем мне как-то отсюда уйти? Как уйти? Во, все. Так, дайте-ка я, ребят, поброжу здесь, посмотрю. Добавь предмет. Куда? Чары. Ага. Пока тоже нам это, наверное, не нужно. Тут очень много чего всего. Хочешь испытать удачу? Первая игра бесплатна. Ну, давай. Давай попробуем. Покрути рулетку и выиграй приз. В первый раз я денег не возьму. Приходи почаще. А как крутануть? Я хочу крутануть. Вот так, да? Понял. И мне достается, ребята, 1000 голды. Не знаю, большая ли эта сумма по нынешним меркам. Что тут, большой сундук? Наверное, в этот ящик с замком можно переложить кое-какие предметы из рюкзака, говорю я сам себе. Так, ну, подойти-то я могу. Просто перетащи предметы из рюкзака на панель сундука, и они будут храниться там бесплатно. А вот это хорошо. Я понял, понял. Но у меня нет предметов, чтобы я мог выложить. Как бы я еще не заработал ничего.
Ну, естественно, ребята, корейцы, как всегда, уже одеты в топчик. Топ сомневался. Сновидец в Баристане бросил ему вызов. И что будет, если я ему брошу вызов? Сначала победи тролля. Так. Рейтинг. Меня здесь даже и в помине нету. Так, ну ладно, давай почитаем доску объявлений, ребят. Так, вот с ним надо поговорить. Что еще? Хочешь задание? Иди к доске объявлений. Да я и так пришел к доске объявлений. Просто мне под руку попался. Так, ребята, смотрите. Так, поищи миссии Совета Гор на доске в Бресте. Ну, это я сделал. На доске публикуются временные миссии, просмотр из рюкзака. Ну, переход. Ребят, переход что-то у нас как-то не работает. Так, подпишись на вашу страницу в Фейсбуке, там ты найдешь еще больше интересностей, информации перед наградой и обсуждений. Понятно. А что-нибудь путевое можете мне дать? Так, найди золотую статую. Поищи в пещере золотые статуи в процессе. Сюжет «Забытый грот» в процессе. В процессе, в процессе. То есть это все у меня в процессе, да? Нахапал еще задание-то, елки-палки. Так, каждая покупка сюрприз, говорит мне вот этот вот ханурик. Я продаю снаряжение только опытным героям, так что приходи после первого визита в пещеру. Короче, ребят, все говорит о том, что мне пора отправляться в пещеру. Пошли. Забытый грот можно добыть. Ух ты! Темная влажная пещера, когда-то здесь была шахта. Поэтому тут полно вагонеток, лопат и проходов. В бой, конечно. Пойдемте, ребята, в бой. Я, как всегда, голодранец. У меня ничего нету, кроме деревянного огромного меча и колечка в руке. Надо быть аккуратненько. Так. 47 бутылок зелья, 6 пар ножей, 1... А, новый клиент. Подожди, где я остановился? Не знаю, где ты остановился. Привет, что хочешь купить? Я хочу купить у тебя. У меня деньги-то есть, чтобы купить-то что-то? Есть, ребята. Я богач. Я богач, у меня 1000 голды. Ой, а что я могу купить? Я могу дофига что, ребят, тут покупать себе. Так, ну, во-первых, я возьму себе ботиночки. С вашего позволения. Ботиночки мне нужны. Также я возьму. Тут не понимаешь, это что такое? А, это шлем. Шлем тоже возьмем, ребят, конечно. Подожди, шлем адепта, а тут что-нибудь посерьезнее-то есть? Нет, ребят, по-моему, нету. Шлем адепта. Так, вот это что у нас? Короткий меч. Угу, короткий меч. А это вот у нас клеймор, да, в данный момент? Ладно, короткий меч, фиг с ним. Так, это бронька. 100 пудов, я вам говорю, поэтому я ее беру себе. А вот это что такое? Перчатки и наплечники. Ну, возьмем и наплечники, и возьмем перчатки. Все. С вашего позволения я откланиваюсь. Нет, давайте еще, наверное, знаете, что возьмем? Я так понимаю, это зелье. Возьмем вот так вот. Все зелье, короче, ребят, скупил у него. Так, теперь мы используй в любое время вещи с пояса настройки порядок. Понятно. Дай-ка я вот это вот все для начала одену. Как? Броня? Это что такое? Вот. Шлем. Шлем, почему не надеваешься? Наплечники. Ты посмотри на мой прикид, ребят, ёпрстые. Ага. Перчаточки и ботиночки. А, кольцо, ребята, у нас. Короче, я понял. Все, я понял. Переключи снаряжение в режиме 2. Нет, не надо ничего. А пробирки никуда, да? Так и будут. Ну что? Так, секунду, секунду, секунду. Как закрыть инвентарь-то? Вот. Все, я готов, я пошел. Я пошел в свои, ребята, путешествия. Вот и вагонетка. Первая стоит. Я ее могу прошмонать? Ну-ка. Нет, не могу. Тогда спускаемся с вами вниз. То есть из подземелья мы можем выносить с вами предметы не ниже золотого. Пиявка. Рельеф пещеры каждый раз меняется. Продумывай стратегию.
Долгий тап вызывает информацию о монстре. Учти ее в бою. Так, долгий тап. Ага, понял. Уязвимость. То есть сосунок. Распетрушил, ребят, я эту пиявку, даже не поморщился. Так, здесь тупик. Это что? Что-то я, ребят, активировал где-то. А золотое снаряжение, ты ж можешь забрать его в город. Ага, я нашел. Ребят, я нашел какие-то бусы. Что они там? Физ, зас, короче, физ, зас, все нормально. Да господи, ты дай мне одеть. Что? Низкий уровень у меня. А нужен третий уровень, да? Я какого уровня? Я даже не пойму, какого я уровня. Первого. Хе-хе, ну бас. Ладно, двигаемся дальше. Золотишко, золотишко я заберу. Пиявку я отдубашу. И пойду вот сюда. Это что такое, огонек? А, это враг, ребята? Карма-пламя. Похоже, у тебя есть новый боевой навык. Выучи и попробуй. А где его должен выучить? А где мне выучить мой боевой навык, а? Кто мне скажет? Никто, понятно. Я так и думал. Ладно, пиявочку завалим. А вот, ребята, у нас и хил, да? Если не ошибаюсь. Я буду здесь собирать все. Абсолютно все. Это у нас, по-моему, на атаку. Вот, вы видите? Рост разгона, денежный мешок и бонус силы. Вот такие мы с вами, ребят, приобретаем бонусы. Так, а это что у нас такое? Рост шанс крита. То есть крит у нас подрос. За убийство врагов дается опыт, прогресс на шкале внизу. Я немножко не понимаю, где шкала внизу. А, вот, 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 ребята, вот это наш опыт. Да. Кирку я получил, а зачем мне кирка? Я могу что-то добывать. У меня, знаете что? Проблема, по-моему, ребят, со... А ну-ка, я могу вот это добывать киркой или нет? Не, вот эта вот кирка, наверное. Голубой свет от башни не дает мне заснуть всю ночь. Мутанты расползлись по всему дворцу. Фрейлины, стража, даже мои глупые родственники. Все они теперь мало похожи на людей. Люди в городе накрепко закрыли двери своих домов. Кусок карты сокровищ, надо найти другие. Я, честно говоря, даже и не понял, как я получил. Нажми на значок навыков, чтобы узнать, какие навыки можно выучить. А, значок навыков, понял, вот он. Потренируйся с использованием навыков, с ними бой будет легче. Ага, понял. Что это я такое выучил? Тройка. Три атаки подряд, каждая наносит физ урон в 70%, да, атаки. Взрывает все щиты. Могу еще, да, что-то так. ХП плюс 15%. А вот это что такое? Восстанавливает собственные очки ХП вне боя. Ха. А вот это можно выучить? Нет, ребят, не дает. У меня, видите, осталось очков 0. То есть, фигушки. Также тут еще есть таланты. Изучение талантов значительно облегчит твой путь исследователя. Это таланты, повышающие боевую мощь персонажа. Также имеются таланты, повышающие обороноспособность, укрепляющие тело и так далее. Нажми здесь, чтобы улучшить способность соответствующего таланта. Так, а у меня нету, ребят, по-моему, никаких очков, да? Пройти врата времени, этаж 31. Я все понял. 31 этаж нужно пройти, ага. Как же? Я вообще-то хотел, ребята, подлечиться. Я ведь могу это сделать? Регенерация. А как использовать? Погоди-ка секунду. Как я могу это использовать? Простое зелье. Вот, два раза надо щелкать, понял? Будем знать. Здоровье я восстановил себе, и я иду вон туда, ребят. Там как это... Так, этого мы уничтожим. Тут вот что-то лежит. Проклятые ученые, им всем нужно снести головы. Сколько лет исследований, а результат один. Зелье ускоренной регенерации. Ну, разве с его помощью станешь в других...
Но разве с его помощью встанешь в ряд могучих мировых держав? Да ни за что. Оглядывая БМР, мое... И дальше непонятно чего, ребят. Золотая статуя, она может превращать обычные вещи в золотые, но только один раз. Ничего себе. Клади, клажу. Алхимия. Пинц. И что? Атака огня. Забрать-то мне как? Я забрал или нет? Ну-ка, покажи. Забрал, ребят, вот она, золотая вещь. Я могу ее вот сюда вот поставить. Потому что этот я не могу, по уровню я еще якобы слаб. Поэтому мне дают вот то, что я нашел. Так, отлично. Слушай, мне кажется, вот эту вот штуку я как-то могу добывать. Но вот у меня есть кирка. Нет, ребята, у меня никакой кирки. Ноль штук, видите? Ноль. А была бы кирка, я бы, скорее всего, мог добывать здесь. Видите, вот это вот стопудово, это какие-то минералы и материалы. Так, что у нас тут спрятано от меня, а? Что это такое? Рост МП. То есть манны. А вот этот камень знаком. Ребята, это же камень возвращения в город, если я не ошибаюсь. А ведь я не ошибаюсь. Ох, сундук, сундук, сундук. Погоди, а этот сундук где-то, ребят, находится подальше от меня. Подаль, вот он. Пиявку я тут сейчас чпокну. И сундук я должен вскрыть. Обязательно. Давай. Получил какой-то жилетик. Крыло. То есть это ресурсы еще какие-то мы с вами здесь собираем. В принципе, понятно все. Так, ребят, теперь можно, наверное, возвращаться в город. Что? В событии у тебя дополнительная награда. Фрагмент яйца возрождения. А мне их нужно 5 штук. Погоди. А, вон, ребята, вон ящики же обозначены. Так, или это не ящики? Нет, это, ребята, карма-пламя. Левел-ап я заработал. Вот что я могу сказать. Так, хорошо, а вот крыса. А вот этот, ребят, наверное, я камень могу разбить. Или нет? Конечно, могу. Ого. Куда это мы с вами попали? А почему я не могу открыть вот этот сундук? Смотрите, ребята, я кликаю и нифига. А это что у нас тут? Этот враг выглядит иначе. Элитные монстры сильны. Их аура влияет на других монстров. Их аура влияет на других монстров. А, проще говоря, это босс. Ведь так? И мне нужно просто подкрепиться. Поехали, ребят, будем драться с этим чудиком. Да мы его порвем сейчас. Смотрите. Пень. Что-то заработали с вами, нашли. И это у нас... Что это такое? Черная печатка. Один при поддержке. Ну-ка, дай-ка я его одену. Вот. Отличненько. Ну что, ребятули, давайте, наверное, пошаримся здесь. Придворные ученые под руководством мастера Гсора наконец-то стали продвигаться вперед. Они ставили эксперименты друг на другом, в ходе которых на краю гибели постигали тайные круговорота жизни и смерти. Мастер Гсор... И вот дальше, ребят, недопереведено. Вот плохо. Что мастер Гсор? Мне хотелось бы узнать, что там, что он мог делать. Ну, шиш тебе, как говорится. Так, опять жилетка у нас здесь и сундучок. Ожерелье, кстати, между прочим, мы нашли с вами. Это, конечно, все хорошо. Я вроде бы здесь всю карту, ребята, обшмонал. Ведь так? И как же мне интересно отсюда теперь испариться? Кто мне это подскажет, а? Как мне отсюда убраться? Опять я пришел к боссу. Так, шар огня какой-то я получил. Может быть, мне надо вот сюда, ребята, по этой лестнице, наверное, еще ниже спуститься. Скорее всего, так оно и есть. Ну, и где я окажусь? Вот, ребята, где я оказался. Давайте разбираться с этими пиявками и крысами. То есть, в любом случае, мне это подземелье... Гриб. Это подземелье не покинуть, пока я здесь со всеми не разберусь. Или пока не найду тот самый
камень телепорта. Ведь так получается? Слушай, а тут еще, ребята, сразу же портал у нас один. Смотрите, всякого-всякого лежит. Очень много всего. Карта здесь тоже не маленькая, вы посмотрите. Бродить и бродить по ней тут можно. Так, тихо, сдай сундук, сундук вскрою. Так, эбеновая какая-то ерунда, эбеновая. Так, подожди, золотишко. Там, да... А, мы можем вот так с вами ходить, ребят, не обязательно. Вот, вот. Даже так лучше, мне кажется. Погнали. Давай сюда зайдем. Я говорю, вот сюда зайдем. Опыт нам в любом случае тоже... Да ёпарасета, будешь сюда идти? Опыт нам тоже здесь пригодится. Он еще никогда не был лишним. Ни в одной, ребята, игре. Давай-ка этого крысня завалим. Так, мы что-то получили, мышиные какие-то там. И левел ап. Слушай, а мы же с каждым уровнем, который поднимаем, ребята, мы можем что-то, наверное, с вами изучить. Ведь так? Мне кажется, так. Тут у нас тупичок. Давай-ка вот здесь вот. Вот, ребята, тоже камень. Или здесь у нас будет телепорт. Свиток. А, у нас, кстати, есть свиток. Вот он, свиток возвращения в город. То есть мы в любую секунду можем с вами вернуться. Абсолютно, нам даже не надо ничего искать. Но я вот хочу посмотреть, что у нас все-таки здесь. Что у нас вот в нижнем этаже. Пока я вижу тут карма-пламя, с которыми мы элементарно с вами разбираемся. Прям даже, так сказать, щекотненько нам от этих монстров. Но мне кажется, это все только начало, ребят. Потом, наверное, будет не до шуток, потому что мы сами с вами прекрасно видели, когда в городе были, на этой площади, какие там у ребят костюмчики, да? О которых мне, наверное, только мечтать. Так, я получил шлем адепта. Ребят, я получил кирку, свою первую, наверное, с которой я смогу что-то сделать, работать я, наверное... Я смогу, то есть, добывать ресурсы. Сейчас мы где-нибудь с вами это дело проверим. Так, крысы, деньги. Давай вот здесь вот хиляемся. Мне бы найти только, где мы можем с вами подобывать. Пока ни одного месторождения я не вижу здесь. Серьезно вам говорю. Так, что там? Получаем золото. Густая жидкость у нас получена. Опять же, не знаю, для чего она. Может быть, здесь даже будет система крафта. Скорее всего. Так, опять же мы получаем густую жидкость. А это что у нас такое моргает? Неполученные награды. Мы какие-то награды с вами должны были получить, но я их почему-то не успел получить. Так, а вот этот вот столб что, просто так? Да, просто так, ребята, это, видимо, транквилизатор получил. Так, подождите, вот здесь у нас какой-то бонус недобратый. Вот он, на атаку. И огонек тут стоит. А вот, ребят, кстати, вот здесь, наверное, мы сможем с вами добыть ресурсы, мне кажется. Ну-ка, давай проверим. Кирка. Ага, нет, мы можем вот такие вот с вами кубики разбивать киркой. Вот так-то вот. Подобрали золотишко. И еще один этаж. Нам какой там сказали? 31 этаж, этаж подземелья нужно пройти, да? Чтоб что-то там сделать. Так, ну ладно. И по идее должен враг с каждым разом становиться сильнее. С каждым этажом. Я это ощущаю, потому что у меня, ребята, уже здоровье. Тихо, тихо, тихо. Попробуем. Что-то он на меня там бросил. Траванул, что ли? Подхилимся. О, ребята, новый вид монстров. Какой-то слизень. Грязевик его величать. И он довольно крепкий. Грязевика я тоже одолел. Вот эти вот бонусы нам, естественно, ребят, помогают в процессе прохождения нашего подземелья. У них есть... Тайминги, вот вы видите, да, идет он. Так, грязевик опять. Рост физической защиты у нас в данный момент стоит.
И я получаю еще один уровень. В данный момент у меня 5-й левел. 5-й уровень, это неплохо. Так, сундучок здесь лежит. Как раз для меня. Ну-ка посмотрим. Ух ты, что там? Меч бойца. Ну-ка дай-ка я гляну. Что это за меч бойца? Золотой, ребята, золотой меч. Так, я могу сравнить. После применения сила атаки возрастает, стойкость понижается и шанс блока тоже понижается. Фиг с ним, пускай понижается. Я возьму его, ребят. Воу! То-то и оно, будет знать. Так, а что у нас вот это за свиточка, ребят? Открывает всю карту. Ага. Увеличивает скорость движения. Неплохо, но это возврат в город. Это я понял. А вот это что у нас такое? А, ну это панцирь, понял. Слушай, хочу посмотреть. А, вот у нас, ребята, выполнено. Найти золотую статую, это я сделал. Так, огнемышь убить 30 штук. Пламя-паук 15 штук убить. И кровозуб. Тоже нужно его, ребята, убить. Кровозуба. Так, трофеи. Тайный купец торгует знаниями. Придворные ученые под руководством мастера Ксона наконец-то стали продвигаться вперед. Они ставили эксперименты друг на другом, в ходе которых на краю гибели постигали тайны... А вот, ребят, постигали тайны круговорота жизни и смерти. Мастер Ксор нашел новое применение и духом в темницах, ранее служившим лишь для тайных убийств. Их стали скрещивать с людьми для выведения особо жизнеспособных и мощных монстров. Жаль, что эти монстры все-таки не были бессмертными. Я стал постигать смысл выражения. Только на грани смерти открывается тайны жизни. Вчера я приказал 10-кратно ужесточить пытки, хотя многие генералы и министры были против. Я знаю, как они зовут меня за моей спиной. Безумный король Кейт. Однако моему величеству на них плевать, жалкий народец, населяющий мою страну, должен служить своему королю. Пыточные орудия – настоящие шедевры. Виск жертв слаще музыки, которую исполняет придворный оркестр. Муки жертв приносят мне несказанную радость. А вот только моя дочь, моя дорогая Тереза, почему она прячется от меня? Дитя мое, тебе следует прислушаться к мудрым речам мастера Ксора. Офигеть! Фига он. Ребята, мы с вами какую-то историю тут собираем. То есть, помните, где мы с вами не дочитывали? Вот тут все это расписывается. Хе-хе-хе. Так, ну а что же, навыки у нас. Так, это у нас гигант, да? А вот это... наносит физический урон в размере 135% от атаки. Выучу. С разным оружием можно использовать разные навыки. Попробуешь, если найдешь оружие. Ах, вот оно что еще. Блин, а я не знал, ребята, этого. Серьезно вам говорю. Хорошо, таланты пока ноль. Крысень, пиявка, это у нас Википедия. Ох, ничего себе тут... А вот, ребята, и этажи. У нас 180 этажей в данный момент. Хи-хи, 180 этажей. А на каком в данный момент я нахожусь, а? Я 5-го уровня. Какой этаж, я пока без понятия. 180 этажей, офигеть, офигеть. Можно. Ладно, давайте, ребята, посмотрим, каков этот новый меч, который я только что нашел. Так, крысень, давай на тебя испытаем. Оп, с удара, ребят. Просто с удара. Так. Клади предмет. Так, это чтобы сделать золотым. Что нам нужно, ребята, сделать? Дайте-ка я, наверное, доспех. Алхимия. Защита тьмы. Ага, защита тьмы. Надеваем. Вот так. Подожди, а параметры... секунду. Так, сила магии. Ага, лучше. Лучше, ребята, в разы. Погнали тогда далее. Я вижу, там какие-то у нас бонусы лежат. Почему-то здесь крысень не с удара распластался. Ладно. Пойдем, тут у нас как раз
и сундучок лежит для нас. Откуда ты вылез? Тебя же не было здесь. Так, мы еще, ребята, с вами нашли какой-то свиток. И сапожки я надыбал. Сапожки. То есть, вот мы с вами ходим по пещерам, да, ребят? И максимальное, что я могу отсюда унести, это лишь золотые предметы. То есть обычные, да, можно смело выкидывать. Или же искать вот эти вот алхимические станки, где мы можем с вами из обычных шмоток делать их в золото. То есть и вот таким путем мы с вами можем одеться. Так, опять свиток на ускорение, ребят, мы с вами нашли. Так, подлечились. А это что у нас такое? Стол, да? Какой-то алхимический. Стол чар. На нем можно добавить снаряжение и характеристики, потратив материалы и манну. Хм. Ну, давай, предположим, ребят, вот так вот сделаем. Так. 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 И вот так. И что я за это получу? К чарам все готово. Так. Чего? Зачарована. А, мы с вами... Вот, ребята, вот сюда надо было ставить главный предмет, а уже по бокам... Понятно. А если я сделаю, знаете что? Так, где... А, все, что надето на мне, это надето на мне, да? То есть для этого нужно вначале снимать. Ладно, фиг с ним, ребят, потом все это. Так, огнемышь, я помню, мне нужно 30 штук этих огненных мышей подбить, чтобы выполнить задание очередное. Ну, крысень. С удара. Почему-то мы стали их, ребята, всех бомбить с удара. Вы заметили это? Вот я заметил. Ой, сколько тут вас вражин. На каком же я все-таки этаже, а? Непонятно для меня пока это все дело. Крысу просто с удара мы с вами разбиваем. Ты идешь сюда-то, парень? Давай вот этого тоже. Ать. Хорошо. Короткий меч мы с вами зарабатываем. А ну-ка. Вот так, ребята, это работает. Чего? Переработать или скинуть? Ну, давай переработаем. А, у меня инвентарь, да, забит? А чтобы открыть следующую ячейку, нужно 100 золотых. А где мои золотые? Ну, это голды, я так понимаю, да? 100 золотых. Так я могу так себе все пооткрыть? Че там уж? Не так и много, 100 золотых. Сбежать. А зачем мне сбегать? Вы меня смешите, ребята. Так, ну что, ладно, давайте возвращаться. Что я сделал? Что я сейчас сделал? Не то нажал, ребятули, не то абсолютно. Грязевик. Вот так вот. По красоте. Скоро, ребят, получим с вами уровень. И это будет 6-й. Свиток на скорость. То есть я заинтересован в том, чтобы еще, помимо того, чтобы просто бегать здесь, еще бомбить тех самых монстров, за которых мне дают довольно некислого опыта, между прочим. А опыт — это следующий уровень. Так. Кстати, за вот этих вот слизней очень неплохо дают опыта, я заметил. За грязевиков вот этих. Смотрите. Может быть, еще штучки 2-3, и у нас будет уровень. Да, я думаю, что вот сейчас получим уровень. Нет, не дали. Так, давай сюда. Сейчас должны дать. Да, ребята. Вот так вот. Ну что же, возвращаемся с вами обратно, как говорится, в свой родной домик. Да-да. Или как, своя родная площадь. Домика у нас тут нету. Открыта гильдия, ё-моё. Товар был продан. Открыт рынок. Ничего себе, вы тут меня порадовали прям.
Вот, ребята, вот такой вот у нас получился с вами обзорчик этой игры. Я так понимаю, здесь еще очень много чего можно получить, открыть, улучшить. В общем, все-все-все, что вы хотите. Игруха, в принципе, мне чем-то напоминает немножко отклик от Don't Starve. Многие, наверное, знают, да? Такую игру. Вот что-то есть от нее в ней. Ну что, дорогие друзья, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы с вами увидимся в следующих новых интересных играх. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.